Продается двухкомнатная меблированная квартира в Оренбурге по улице Герцена, 47. Справки по телефону 22-73-07. Продается дом в Саракташском районе на границе с Башкирией. 25 соток. Мебель, сантехника. Телефон в Оренбурге 231-500. Продается благоустроенный дом в селе Лабазы в 25 километрах от Бузулука. Справки по телефону 8-922-815-02-71. Срочно продается благоустроенный коттедж 250 квадратных метров в селе Благословенко, 3 километра от Акадолья. Сауна, бассейн, спортзал, участок 12 соток. Телефон 96-38-07. Учебный центр «Щит» проводит обучение правилам безопасного обращения с гражданским оружием. Травматическое, охотничье. Адрес: улица Донецкая, 131. Телефоны для справок 25-75-78, 68-82-82 и 68-82-57. Ремонт стиральных машин недорого. Телефон 420909. Утеряны документы Трондина в районе улицы Аксакова, переулка Телевизионного. Нашедшего просьба позвонить по телефону 92-63-73. Просьба вернуть за вознаграждение электрогитару «Сильвер Стар», пропавшую 9 мая после концерта на проспекте Победы. Телефон 8-90-33-97-62-88. Утеряны документы Санникова. Вознаграждение гарантируют. Телефон 97-15-07. Утеряны документы на имя Нуминова. Вознаграждение. Звонить 8-953-454-18-33. Требуется сторож. Телефон 62-69-52. Требуется торговый представитель на стройматериалы, кассир-операционист, продавец-комплектовщик и грузчик. Телефоны 54-0320 и 8-912-345-71-61. В дорожную организацию требуется мастер дорожных работ, геодезист, начальник лаборатории, машинист дорожного катка, водители самосвалов МАЗ, Шакман. Телефон 76-07-21. Требуются работники по озеленению. Питание бесплатно, оплата сдельная от 500 рублей в день. Телефон 8-922-539-29-46. Срочно требуются лицензированные частные охранники. Вахта. Телефон 8-922-628-39-01. А также 45-60-77 и 68-82-99. Требуются лицензированные охранники в гостиницу. Телефон 23-28-44. В организацию требуется дворник. Полный соцпакет. Телефон 31-27-23. Требуются повара 4-5 разрядов. Телефон 27-35-25. Требуется тракторист на мини-погрузчик «Бобкэт», водитель с опытом работы на кран-манипулятор, а также токарь с опытом работы. Телефон 45-64-67. Курьеры, предоставляется жилье. Телефон 277-331. Требуется продавец колбасных изделий с опытом работы. Телефон 25-64-31. В кафе требуются повара, пекарь-кондитер и официанты. Телефон 230426. Требуется охранник. Телефон 96-29-29. Требуется менеджер по рекламе, менеджер по продажам, специалист по связям с общественностью и помощник редактора информационного портала. Телефоны для справок 306054 и 949303. Требуется уборщица, уборщик в продовольственный магазин. Телефон 45-66-98. В парикмахерскую требуется мастер-универсал. Звонить 25-31-85.
требуется продавец разливных напитков. Телефон 28 66 66. В частную клинику требуется операционная сестра. Телефон 25 88 11. Строительные организации требуются: электрик, сварщики, каменщики, монолитчики и разнорабочие. Телефон 8 912 846 66 95. Требуется водитель автокрана. Телефон 8 922 870 1197. В автосервис, тонирование, ремонт стекол требуются слесари, возможно обучение. Телефон 97-72-88. Требуется продавец, круглосуточный киоск. Телефон 60-96-70. В производственный пищевой цех требуются сотрудники с санитарной книжкой. Телефон 8-922-816-55-63. Требуются торговые представители. Телефон 23-26-00. Требуются продавцы разливных напитков. Телефон 25-77-01. Телекомпании «Планета» требуется корреспондент. Резюме высылать на адрес casting@media56.ru.